наших лидеров в Близнюке, Матвеенко, Афанасьеве, Камницком, Гавриловиче мы выезжаем весь сезон. Ну, сейчас у наших лидеров наступил небольшой спад. Отсюда наша игра слегка поблекла. Ну, что касается сегодняшней игры, то ну, уж никак мы не заслуживали поражения. Но это футбол, когда соперник забивает с центра поля, но о чем-то говорить сложно. Надо двигаться дальше. Будем надеяться, что наша молодежь подхватит знания. Почему все-таки вот рисунок такой блеклый? Старания было много, энергии много, а вот на фоне Ньомана все-таки просматривался такой сумбур, если так, особенно в первом тайме. Ну, Ньоман играет в явно контратакующей манере, всей командой стоят возле своих ворот, естественно, взломать такую эшелонированную оборону не так просто, нужна скорость, креатив, где-то нам сегодня этого не хватило. Ну, надеемся, что в следующих играх удача повернется к нам в лицо. Спасибо. Алексей Александрович, ну, создалось такое впечатление, что у Родинцев больше настроен был лучше на матч, чем у нашей команды. И в частности, в первом тайме у нас был только один фол. Ну, как и говорит о слабой агрессивности команды. Мне сложно ответить на этот вопрос. Вообще, фолы с точки зрения обороны, это не есть хорошо. Это, и когда много фолов, это значит, команда плохо играет в отборе. Я бы не сказал, что у нас не было настроя, или мы по настрою уступили Ньоману. Ну, давайте пофантазируем. Не попади Близнюк в перекладину, залетит там мяч в ворота, Гродно пришлось бы раскрываться, еще неизвестно, с каким результатом бы закончился матч. Как бы... Ну а так, как, когда я же говорю, соперник стоит всей командой возле своих ворот, но не так просто взломать такую оборону. Ну, с точки зрения настроя я бы не сказал, ребята горели, ребята желали до последней минуты, старались спасти игру. Не получилось.